Юбилей Омска, масштабная дорожная стройка, разгул стихии, громкие судебные процессы и уголовные дела. Моя коллега Ольга Кочкурова вспомнила, каким был уходящий 2016 год для Омичей. 300-летие города, пожалуй, главное событие уходящего 2016-го для Омичей. Готовились к нему долго, почти 9 лет, планы были грандиозные. Но воплотить в жизнь удалось немногое. Реконструкция Любинского проспекта, Омской крепости, новый путепровод на 15-й рабочей и школа на Мельничной. На что-то не хватило средств, а какие-то объекты не успели доделать к празднику. Театр-галерка сдадут не ранее, чем через год, музей Эрмитаж не раньше 2018-го. Конструкцию здания страхового товарищества «Саламандра» на улице Музейной, которое должно стать филиалом музея Врубеля, закончить планируют только через полтора года. А что касается поликлиники на 1000 посещений на левом берегу, тут и вовсе стараются не загадывать, как и о многих других крупных проектах, таких как метро. У нас будет провал 300-летия. Все объекты, которые мы запланировали, не будут построены и, скорее всего, возможно, вообще потом в дальнейшем будут исключены из данного распоряжения. Что вот самое обидное. Другие города добиваются, строят громадные там проекты, осваивают, а у нас, сказать, ничего такого нет. Еще одна обсуждаемая тема этого года – омские дороги. Тут дело дошло до президента. Омичка Екатерина Черненко позвонила Владимиру Путину на прямую линию. Обеспокоенность у людей большая, и не только в Омской области, в Омске, но и в других регионах Российской Федерации. Посмотрел, как тратятся эти дорожные фонды. И выяснилось, что денег там, в общем-то, и немало, но очень много средств уходят нецелевым образом на другие решения других задач. В итоге с помощью федеральных и областных траншей магистрали города все-таки подлатали. Так или иначе отремонтировали почти 60 улиц общей протяженностью 250 тысяч квадратных метров. Правда, как обновленные омские дороги переживут морозную зиму и весенний паводок без ливневых стоков, похоже, станет одной из главных тем уже следующего года. Теперь о самых резонансных судебных и уголовных делах. Самое громкое насчитывает 325 томов и рекордное количество потерпевших – 314 дольщиков микрорайона Ясная Поляна. Депутата законодательного собрания Хабулдушу Шубаева обвиняют в мошенничестве, незаконном получении кредита и растрате чужих средств. Свою вину Шубаев не признает и от дачи показаний отказывается, как уверяют следователи, пытается даже затянуть процесс. К адвокату. Все, к адвокату. А он точно с вами пообщается? Не знаю. А познакомите хотя бы? Все, поехали. А вы адвокат? Пару слов буквально. Давайте мы с вами пообщаемся. В 2016-м приговор зачитали главе мостовика Олегу Шишову. Признали виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорили к 4 годам заключения. В одной колонии с Шишовым отбывает срок и бывший первый заместитель губернатора Омской области Юрий Гамбург. Его наказание – 5 лет и 6 месяцев лишения свободы за превышение должностных полномочий. Не обошлось в этом году и без природных катаклизмов. Стихийным бедствием года стал ураган, обрушившийся на Омск 13 июля. Пострадали несколько кругов города. Сотни омичей остались без света. Десятки машин были разбиты. Завалы несколько дней разбирали более 200 сотрудников МЧС. Таким уходящий 2016-й запомнился омичам. Ольга Кочкурова. Новости здесь. Омск.